Приветствуем вас на нашем канале. Раньше Борис Корчевников не раз бывал в доме Фриске, но последнее обещание о визите не сдержал. Шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» отметило 10-летний юбилей. Сегодня программу ведет Андрей Малахов, а раньше его место занимал Борис Корчевников. Именно он был ведущим программы, когда вся страна переживала трагедию Жанны Фриске. В эфире юбилейного выпуска Борис Корчевников встретился с отцом покойной певицы и разговорился о былом. Телеведущий отметил, что обожает семью Жанны. Он очень переживал за родных певицы и искренне старался в трудный момент подставить дружеское плечо. В ответ на слова Корчевникова, Владимир Фриске назвал артиста членом своей семьи. Раньше Корчевников бывал в доме Фриске, и мама Жанны даже специально готовила любимые им пельмени, однако потом приезжать перестал. Владимир Фриске упрекнул телеведущего за то, что тот обещал приехать, но так и не сделал этого. При этом отец покойный не держит на него зла. Он поблагодарил Корчевникова за поддержку и заявил, что во многом благодаря этому ведущему, публика все еще не забывает его дочь. Напомним, что у экс-ведущего программы «Прямой эфир» около 6 лет назад врачи также диагностировали опухоль мозга. Мужчина пережил трепанацию черепа, а спустя какое-то время появилась информация о том, что он резко теряет слух. Сегодня Борис Корчевников, кажется, вполне оправился от страшной болезни и регулярно выходит в эфир в программе «Судьба человека». Желаем известному ведущему крепкого здоровья. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.